На площади Северского дома культуры торжественно отметили День флага. Образцовые хореографические коллективы района открыли праздник зрелищным номером. Со словами поздравлений к жителям и гостям района обратились депутат Законодательного собрания края Сергей Орленко и глава района Андрей Дорошевский. Дорогие друзья, в последние годы, когда ценности и идеалы нашего народа пытаются принизить и внушить подрастающему поколению ложные истины, особенно важно бережно относиться к своей истории, к символам государства, гордиться успехами и достижениями соотечественников. В этот праздничный день желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира в каждом доме нашей великой могучей державы. Продолжил мероприятие тематический концерт творческих коллективов района. День флага установлен указом президента и отмечается с 1994 года, но история самого триколора длится уже более 300 лет. Это один из главных символов страны наряду с гербом и гимном.